Первый раз Тамилу отпустила, чтобы она сама гуляла. Везде шарится теперь. Кук-кук. Мы сегодня пришли в Токи-Поки кафе. Вот. Ой, куда мы приехали первый раз? В горы. Наш папа обкурился кальяна. Да. Короче, одела Тамилу, она же у нас ходит теперь. Решила посмотреть, как она в комбезе будет ходить или нет. Обычно мы ее сразу садим. И это так смешно выглядит. Она как этот мишка. Или как колобочек на ножках. Вставай! Пойдем. Встать не может. Давай, вставай. Где шапка? Шапка где? Где шапка? Он пошла, пошла. Села. Ладно, не хочет ходить больше. Вот смотрите, какие сосульки огромные. Все капает, тает. Сейчас на голову кому-нибудь кап упадет. Катя. Кук-кук. Не дам. Это не дам тебе, не дам. Это мое. Давай, ты снимаешь. Ты снимаешь видео. Иди давай. Че ты смеешься? А. Там Милечек, видите, ходит, там зоне сама. Смешно так, Мишка. Ой-ой-ой, не падай. Первый раз Тамилу отпустила, чтобы она сама гуляла. Везде шарится теперь. Кук-кук. Деловая такая убежала от меня сразу. Пойдем сюда. Пошли сюда. Тамила. Птичка, птичка. Да. Ты будешь его будить или нет?
будешь будить, нет? Нет, не будешь. Он не работает. Не работает. Давай. Видишь, не работает. Вот это работает, смотри. Это слон. Что, он спит? Он спит, что ли? Ой. Ты целуй. Ой, поцеловал. Папа, поцелуй. Ой, поцеловал папу. Скажи, вставай. Да, скажи, вставай. Тагила, привет. Привет. Что поцелую? То теперь я тебя поцелую. Вы пошли туда. Мила, с нами скажи пока-пока. Пока. Все, пойдем. Пока. Пошли гулять. Ничего страшного. Папа. Секундочку. Сейчас посмотрим, как получить. Как ты делали так, где ты делаешь? Ну, сегодня не делала так еще. Она просто вот так делала. Без руки теперь. Как она делала? Она так сделала. А теперь она просто голову опускает так. Как хочет. Мотор. Ты можешь говорить. На. Мила кормит голубей. Отдай, угадай голубям, дочь. Они забрали мой кусок хлеба. Вот он внизу. Я вот так чуть дальше встану. Фу, кака, выбросим. Давай. И, опа. О, это мило. Смотри, смотри, кто прилетел. О, птичка. Птичка? Тамила, ручка, привет. Ладно, ничего страшного. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Все? Мы опять вышли. Вот человек ходит уже быстрее. Сама бежит, куда ей надо. Так, аккуратно здесь, смотри, высоко как. Пошли. О! О! Садись! Садись давай! Опа! Давай залазь! Молодец! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой! Падает! Папа идет наш. Мы сегодня пришли в Токи-Поки кафе. Вот. Корейская это еда. У меня рамен, у Марата тоже рамен. Не помню, как это. Подожди, сейчас я скажу. На К. Не знаю, что, как называется. В общем, эти роллы на К называются как-то. А, кимпап. Это кимчи.
и соевый соус. Сейчас будем пробовать и дадим оценку. Ты сколько дашь из 5? По 5 баллов? Да. Наверное, троечка. Троечка? Не очень, да? Ну не, почему? Я не очень эту двоечку. Ага. Ну, так, тройка это так вот прям средняя прям. Да. Неплохо рамен, кстати. Нормально пока что. Лапша не переваренная. Ну, кимбап овощной, он вкусный. Я вообще люблю любые роллы. Мне что, нравится, тут сразу ложат этот, кладет и палочки, и этот, и эти. Обычные. Не, не, все-таки... Короче, рамен вкусный, кимчи пойдет, а роллы вкусные. Я, кстати, беру тебе один ролл. Спасибо. Кстати, знаешь, и вкуснее без этого, без соевого соуса кушать. Да? Да. Надо попробовать. Это совет от Марата. Без соуса. Слушай, ну прикольно. Мне вот такие, кстати, нравятся. Овощные. Мы скоро с тобой будем вегетарианцами. Такими темпами. Нет, кстати, вкусно. Мы потратили 3000 где-то стоит, да? 2,5, да? Ну, да. У меня 2,5, у тебя там 3. У меня 3. 3500 у тебя. Ну, это 6. С колой, а без колы да. 3. Ой. Короче, я ставлю 4 из 5. Кстати, у них самое вкусное вот эта штука почему-то. Да? Вот здесь самый вкусный, мне больше всего вот это понравилось. Ну, кстати, вот эти роллы, они, знаешь, они легкие, в принципе, но я не знаю, сытные, не сытные будут. Кстати, не удивляйтесь, мне опять проблемы. Ой, блин. Вон. Надо поэтому меня снимать, а не тебя. Да. Ты меня не снимаешь. Давай поменяемся, я буду тебя снимать. Давай. Вот за это я балл снизил. Так, я буду пробовать. Горячий. Вот смотрите, чтобы вам было понятно, есть, короче, нет, прибор отдельный. Мне нравится. Я люблю рамен. Но, на самом деле мало курицы вообще, почти нет ее. Зато яйца много. Наверное, за это минус 1 балл, да? Да. А во-вторых, то, что еще, знаешь, единственный минус вот этих фудкортов, то, что я заметил, здесь, короче, этот... Вот курица. Плохо с этим, с уборкой этих столиков. Их много, и много заведений. И их не успевают убирать. Вот мы перед тем, как получить заказ, наверное, минут сколько, 10, да, мы ждали, пока придет уборщица. Вот курица есть большая. И уберет все. Да. Пока я вам, короче, тут рассказывал про минусы, Мадина, короче, тут этот... Да. Ну, все равно 4. Не знаю, хотя мне все нравится, в принципе. Ну, как вы поняли, этот ребенок наш спит. Наш маленький соведущий. Она сегодня бегала, как Юла везде. Вообще, она там... Она чуть телевизор за 1,8 миллиона не уронила. Кстати, знаешь, что мне нравится? Здесь баланс острова прям хорошо соблюден. Да, да. Вот, допустим, вот... Примеру прям острый, да? Да. Даже пример, вот взять этот популярную франшизу, которая вот по Алмате, это корейский стритфуд. Кориан хаус. Стритфуд. Стритфуд, точно. Да. И там, допустим, мне не понравилось, что там этот, там слишком остро. Я спрашивал, как? Типа остро? Они говорят, да нет, не остро. И в конце она получилась такая остро, что я прям даже есть ее просто не мог. Удобно тебе так повесить? Ноги.
Идем. Пойдем туда, посмотрим, что есть. Пойдем. А? Хочешь детский сок? Пошли. Пойдем. Ты мила? Мишка. Пошли. Ой, куда мы приехали первый раз? В горы. Тут, кстати, есть этот Beatles. Скамейка где-то. Нет, там сидит из Beatles. Или вся группа, там вся группа Beatles. А Нурик, кстати, вот здесь катался, вот на этой фиге. Короче, вот видишь, железная дорога. Довольные. Что там такое? Колесо обозрения. С этой стороны горы красивые. Офигенные просто. Идут. Привет. Машу, да не маленький. Он. Здесь он. Эй, привет. Только у него шапка что-то неудобно как-то. Только голубей видела с этими кошками да собаками. Он трогает. Пойдем туда. Пойдемте. Марат говорит, что это фазаны. А, ну вот же написано. Да, семиреченский фазан. Вот так вот. Это курицы красивые. Это такие. Красивые прям. Мне нравится. А это петух, да? Да. Такие красивые они. Расцветки у них. Это куры шабо. Шабо. Смотри, это королевский фазан. Вау. Сразу видно, что королевский. Так, вот и какой красивый. Хвост у него длиннющий. А это что? Это лимонные, это, походу, одни фазаны. Как, знаешь, этот фазан колледж, типа. В России говорили, типа, на колледж, типа, фазан. Деду в фазане. Лимонный фазан, это какой? Это, смотри, золотой фазан. Я сегодня даже накрасилась. Мы на Коктебе. Белый фазан. А есть что-нибудь кроме фазанов тут, нет? Единственное, то, что мне здесь нравится, можно прогуляться. А так эти развлечения мне вообще здесь не нравятся. А тебе? Ну, как бы я тоже не в восторге. Тир там, фигня всякая. Фазан, смотри, какой-то это. Фазан серебристый. Они такие жирненькие. Ну да. На зеленый перчат. А это что? Вот такой я не люблю. Китайская шелковая курица. Прикольно, да? Угу. У тебя белые, которые, да? Да. Китайская курица, а вот черная. Боже, что с ее мордой? Фу, блин, у них вот у нас опухоль. Капец. Это куры породы ланги, узбекская бойцовая. О, видно, что бойцовая, лапы длинные. Интересно, какие они... Если обычную курицу им закинуть, что они будут делать? Сидят. Общаться? Сидят. Фу, здесь такая вонь. Тут что-нибудь кроме кур есть? Вот там, вот там еще что-то. Вот, вот это я понимаю, птичка. Кстати, страус австралийский. А? Что, яйца? Да, срочно не пробовала? Нет, я даже их не видела. Они здоровые такие, короче. Ну, я знаю. Так кокос. Ну, а ты что, пробовал? Да. Там, наверное, 10 человек можно яичницы смотри, накормить. Смотри, это что такое? Смотри, животные.
Ну, Рёка кормит. Ой. Это что, лама? Кто это? Это лама это. Или кто это? Нет, ламы белые же. Это олененок, по-моему. Олень, да, мне тоже кажется, что это олень. Это маленькая. Давай поближе ее. Только руку, чтобы не откусили ей. Куда ты пошла? Страус снизу? Не надо страус, Мирюк. Он слишком далеко там. Марат, Марат. Ага. Ждет еду. Они приучены. На руку мою откуси. О, спасибо. А вы где взяли? Ай-ня-ня-ня-ня. Как прикольно. Вот, это мини-баран. Посмотри на меня. На. Вот они. Какой он трехцветный. Ждут еду. Я баран. Вот еще один. Лама! Ну, наелась травы. И показывает нам свою пятую точку. Кстати, это лама. Лана. Вау! Красавчик! Классно, да, красиво? Да. Смотри, как позируют. А? У них такие глаза добрые, посмотри. Вон там горы видно. О, вот это что такое? Что это галерея? Памятник. Знаменитый, кстати. Коктубе знаменит этим памятником. Это мой идет маленький человек. Ему маленький мишка мажет мне и зайка. Нифига, он огромный кальян. Да. Мы пришли на тусовку. Блюдца нету, прикинь меню. Огромное. Я первый раз такую чашу огромную вижу. Это колба. Ой, колба. Да, прикинь. Подожди, а тут это же такой кальян. А? Да. Наш папа вкурился кальяном. Да. Кстати, знаешь, приятные воспоминания. Воспоминания? Какие? О кальяне? Ты со стенкой сливаешься. Все, давай, телефон можешь брать? Я тебе свой престол отдаю. Классная девушка поет. Ты хранил любовь мою. Я тебе свой престол отдаю. Что, это муж она пела? Ну, не говори, как будто бы она пела. Если что, у нас сейчас середина февраля. Если вам интересно. Да.
кстати, видите, я купился. Больше не похож. Вот на... настолько жарко, что Марат вот здесь потеет, он побрился. Это чтобы вы понимали, какая у нас теплая погода. Плюс 12.